Всем привет! Вы на канале «Плетение кос, прически, обучение и уроки». С вами Ирина. На данном уроке мы разберем с вами кольцевую косу. Она плетется очень просто. Для начала разделяем волосы на две равные части. Потом от правой части берем тоненькую прядку, кладем ее на прядь, под прядь и к ней присоединяем тоненькую прядку с левой части волос. Оборачиваем эту прядь и кладем под правую прядь. Опять же к этой пряди добавляем тоненькую прядку с правой части волос. Кладем на правую прядь и кладем под левую прядь. К ней опять добавляем тоненькую прядку волос с левой части. Кладем на прядь, под прядь и опять к ней добавляем тонкую прядь. И по такой схеме двигаемся до конца прически. Очень важно здесь натяжение, подтягивание колец, чтобы они были плотные и не провисали. Также важно, чтобы прядки, которые вы отделяете от основных прядей, были хотя бы примерно одинаковыми. Если волосы, которые вы заплетаете, слишком сыпучие, тонкие или пушатся, их можно предварительно обработать маслом для волос, либо гелем, либо воском на ваше усмотрение. Тогда волосы будут более послушными и их легче будет завернуть в кольца. Эта коса очень простая, но очень оригинально смотрится. Любая мамочка будет рада заплести своей дочке такую косу. По окончанию плетения фиксируем косу резинкой. Можно обернуть прядкой, можно завязать декоративной резинкой на ваше усмотрение. Если вам понравилось это плетение, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие уроки. С вами была Ирина. До встречи!